Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. Глава ТУВШЛ Банк Араул продолжает вовлекать крупных инвесторов, осваивающих на территории республики месторождения полезных ископаемых в социально ориентированные проекты. Активная работа ведется с руководителями Тувинской горнорудной компании, компаниями «Жигей Уголь», «Тардан Голд» и «Галевской горнорудной компании». Тувинская горнорудная компания, добывающая в Туве уголь на двух разрезах, решила с 2019 года подключиться к проекту «Социальный уголь», который инициировал глава республики. Компания является единственной поставщиком энергетического угля, используемого в республике для отопления. Напомним, власти республики приняли решение раздавать бесплатно по 2 тонны угля самым социально уязвимым категориям жителей – многодетным семьям. Сегодня республика выделяет более 20 миллионов рублей из своего бюджета на эти цели. Помощью пользуются более 1100 семей, в которых около 6 тысяч детей. С 2019 года в проект «Социальный уголь» начали входить и представители крупного бизнеса. Первый пример подала компания «Межигей Уголь», которая взялась обеспечивать бесплатным углем жителей села Кочетово, в окрестностях которого ведет разработку угольного месторождения. 300 тонн энергетического угля распределили между самыми нуждающимися жителями Кочетова. Сегодня компания намерена пойти дальше, помогать бесплатным углем многодетным семьям всего Тандинского района, на республике которого работает. В преддверии Дня защитника Отечества для осужденных колонии поселения Кызыла прошла встреча с ветераном Великой Отечественной войны. Патриотический вечер прошел под девизом «Живая память». Это ветеран Великой Отечественной войны. Ему 94 года. Он прошел 90... Правильно я сказала? 94 же, да, Георгий Васильевич? 93. Служил на Украине. Свидетель всех происшествий... Георгий Васильевич Абросимов – ветеран Великой Отечественной войны. Ушел на фронт из села Байхак в 1943 году в 17-летнем возрасте. Ветеран рассказал осужденным про жизнь во время войны, как советские солдаты, рискуя своей собственной жизнью, воевали за родину. После выступления ветерана мероприятие продолжили сотрудники Национальной библиотеки имени Пушкина, которые показали фотопрезентацию об истории Великой Отечественной войны. В неформальной обстановке участники встречи обменялись мнениями о воинской службе, гражданском долге, патриотическом воспитании. Отметим, что подобные встречи проходят в колонии поселения на регулярной основе. В Туве в праздничные дни госавтоинспекторы проведут операцию «Нетрезвый водитель». Мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, пройдут с 22 по 24 февраля. Несмотря на всю строгость закона, нетрезвых автолюбителей на дорогах меньше не становится. Многие из них не боятся не только штрафов и лишения водительского удостоверения, но и даже привлечения к уголовной ответственности. Так, накануне 21 февраля на основании ранее выявленных инспекторами ДПС фактов повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения дознавателям возбуждено уголовное дело за повторное управление авто в пьяном виде. Еще по 4 фактам, выявленным в городе Кызыле, проводятся проверки. Госавтоинспекция региона призывает автолюбителей в период проведения рейда «Нетрезвый водитель» отнестись с пониманием к сплошным проверкам. Подобные мероприятия проводятся в целях профилактики ДТП с участием нетрезвых водителей, которые, как известно, являются самыми опасными участниками дорожного движения. Приставы не смогут списывать социальные выплаты. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Теперь банки будут специально маркировать в своих расчетных документах деньги, которые у человека нельзя забрать. Нередкая ситуация. Сначала с карты человека списываются деньги, а потом выясняется, что он должник, и им занимаются судебные приставы. Хорошая новость – он больше не должен. Плохая – зачастую приставы забирали то, что не положено. Закон запрещает накладывать взыскания на некоторые выплаты. Речь о различных
различных социальных пособиях. Эти деньги предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации. Безусловно, когда выяснилось, что произошел казус, приставы возвращали средства. Однако человеку приходилось пережить массу неприятных моментов и побегать. Теперь ничего подобного не произойдет. Раньше проблема была в том, что все деньги на счетах выглядели одинаково, и зарплата или накопления ничем не отличались от социальных выплат. Закон это изменил. В расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода. И о курсах валют: доллар стоит 65 рублей 54 копейки, евро 74 рубля 29 копеек. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. Вечер, праздник, стол, бокал, гости, песни, шум, вокал, дверь, прощание, домой, ключ, машина, ехать, стой. Водитель, помни, по статистике, за последние 10 месяцев 2018 года на территории республики совершено 103 автоаварии по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Не садись пьяным за руль. Алкоголь и автомобиль несовместимы. Цена такой ошибки – жизнь. Три года лишения свободы за избиение человека. От происшествия до вынесения приговора прошло почти два года. Следствием и судом установлено, что 19 апреля 2017 года на дороге села Бояровка Кахемского района и городом Кызыл сотрудник госавтоинспекции во время автопатрулирования на служебном авто начал преследование КАМАЗа, водитель которого на подаваемые сигналы не отреагировал. Перекрыв движение транспортного средства, сотрудник потребовал от водителя выйти из кабины, после чего обвиняемый, являясь должностным лицом, пнул по ноге водителя, и когда он упал, стал избивать кулаками и ногами по различным частям тела потерпевшего, в том числе и по голове, причинив ему сотрясение головного мозга. Приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и лишение права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года. В школах Тувы с 25 февраля по 3 марта пройдут уроки информатики по теме «Машинное обучение и искусственный интеллект». Школьникам покажут, как программировать роботов, и расскажут о нейронных сетях. Ученики младшей и средней школы будут изучать работу роботов в виртуальном зоопарке, научат их распознавать животных и правильно ухаживать за разными видами. Школьникам с 1 по 8 класс предстоит поработать с данными, определить их выборку и научить роботов правильно выполнять все операции. Старшеклассникам предстоит узнать о нейронных сетях и научиться самим их обучать. Задания оформлены в виде учебного веб-приложения, доступ к которому ученик может получить из школы или дома.
Тренажеры составлены в игровой форме, но разработаны по опыту решения серьезных задач из сферы цифровой экономики. Мероприятие проводится в рамках всероссийской акции «Урок цифры», которая стартовала в декабре прошлого года. В первой части акции, посвященной основам алгоритмов и построению кода, участвовали более 5 миллионов школьников из всех регионов России. Следующие уроки цифры планируется проводить раз в месяц до мая текущего года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и машинное обучение, нейросети, управление проектами и безопасность в интернете. Все они направлены на приоритеты федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Уроки цифры пройдут в Туве при поддержке регионального министерства образования и науки и Министерства информатизации и связи. Сегодня в спортивном зале МВД региона прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова, посвященные памяти бывшего министра внутренних дел Тувы, участника Великой Отечественной войны Аюна Талеповича Алдынола и Дню защитника Отечества. Участников соревнования с праздником поздравили руководители ветеранской организации регионального МВД. От имени всех ветеранской организации, от имени Совета ветеранов желаю всем участникам успехов в данном соревновании, всем занять достойные призовые места. Желаю удачи! Отметим, династия Алдынола в истории тувинской милиции теперь уже полиции является одной из немногих, а, пожалуй, единственной, когда представители всех трех поколений добились признания и уважения не только коллег, но и населения. Продолжают занимать руководящие должности в УВД. Слово в наш адрес, в адрес сыновей, дочери, которое бы, такое ругательное, что ли, или он бы нас наказывал. Нет, это было, никогда этого не было, никогда. Да, мама была строга, но папа был самым мягким человеком по отношению. Он и к своим сослуживцам так относился, по-отечески, заботливо. И, конечно, он был не зря комсоргом тувинского эскадрона. И всю свою жизнь занимал руководящие посты. Аюн Алдынол был человеком справедливым. В первую очередь думал о тех, кто нуждается в помощи. И именно он воспитал в своих детях чувство ответственности. В частности, по отношению к тому, чем занимаешься, отмечает его дочь Татьяна Санча. 95 лет было бы отцу, и светлая его память всегда во мне. Вы знаете, даже в нашей семье говорили, что я папина дочка вообще-то. По стопам мамы пошла. Но хочу сказать, что мы папу практически не видели дома. Считаю, что именно в этом его воспитание. Преданность тому делу, которое он служил, преданность работе, погруженность в эту работу. И поэтому, не побоюсь сказать, все мы трудоголики. После торжественной части участники переходят в тир. Однако не все так просто. Перед началом соревнований обязательный инструктаж со спортсменами. Далее, перед выходом на огневой рубеж, ветераны получают патроны. Дистанция 25 метров, 3 пробных и 8 зачетов. По традиции победители награждены дипломами и медалями. По республике переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 18, минус 20 градусов, днем минус 8, минус 10 градусов. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию «10 на 10 за 10». Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.